Минздраве предложили перераспределить часть медицинских задач. Точнее, передать их от врачей к среднему медперсоналу. В том числе речь идет о передаче медсестрам обязанностей по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также проведения санитарно-гигиенического просвещения населения. Интересно, как отнеслись к этому сами врачи и медсестры. Вот большинство медсестер сообщили, что не готовы к новым обязанностям, поскольку уже перегруженным, так ответили почти две трети опрошенных. Пятая часть опрошенных считает, что существующее распределение функционала между врачами и медсестрами оптимальное. Ну а 7% опасаются, что пациенты не будут доверять медсестре так же, как врачу. Но при этом, что касается самих врачей, то две трети врачей эту инициативу поддержали. Из них 46% полагают, что давно пора разгрузить врача. 16% сообщили, что в их медорганизациях часть функционала уже передана медсестрам. Но еще важная статистика. В прошлом году численность медработников в государственных медучреждениях сократилась почти на 50 тысяч. Врачей стало меньше почти на 10 тысяч по сравнению с 2021 годом, среднего медперсонала на 39 тысяч. В целом уровень обеспеченности средним медперсоналом уменьшился в 79 субъектах. Как повлияют на ситуацию предлагаемые изменения и что с доступностью и качеством медицинских услуг в вашем регионе? Давайте разбираться и зададим этот вопрос специалисту. У нас в гостях Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое, Виталий. Что пришли к нам. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы знаете, сразу пришло сообщение из Москвы. Предлагаю отдать часть функционала врача дворникам из Средней Азии. Думаю, что качество лечения при этом также не пострадает. Ну, в общем, сарказм понятен. Очевидно, что когда речь идет о медицине, все пациенты хотят, чтобы ими занимался врач. Потому что это здоровье. Если там что-то будет не так, ущерб будет достаточно серьезным. Тем не менее, оптимизация тоже необходима. На врача все повесить тоже нельзя, он тогда все равно лечить не сможет. Где вот это правильное разделение? Чтобы ничего лишнего, но при этом, чтобы важными вопросами все-таки врач занимался. А давайте мы начнем с того, кто придумал эту инициативу. Давайте. Во-первых, это не Минздрав. А есть такой научно-исследовательский институт. Правда, он в системе Минздрава, но это не Минздрав. Это не Минздрав. Хочу подчеркнуть. Я думаю, Минздраву бы такое в голову не пришло. Так. Это научно-исследовательский институт организации здравоохранения и информатизации здравоохранения. То есть там сидят специалисты-теоретики. И вот они вычитали что-то там за рубежом, что оказывается для того, чтобы сэкономить деньги на оплату труда врачей, ну то есть врач же получает больше в два раза, чем медсестра, да, то, соответственно, а врачей у нас не хватает, давайте мы нагрузим медицинских сестер дополнительными функциями, которые не свойственны врачам. А часть нагрузки со среднего медицинского персонала отдадим другим специалистам, например, не медицинского профиля. Ну и, соответственно, в теории, в общем-то, конечно, врач, врач должен заниматься свойственными его функциями. Вот представьте себе, вы пришли к врачу, и вам, конечно, хочется, чтобы врач не смотрел в это время в экран компьютера, если это прием в поликлинике происходит, не заполнял какие-то многочисленные бумажки и отчетные формы, а он посмотрел на вас, внимательно послушал, сам лично провел обследование. И тогда вы будете, и потом обсудил с вами ваше лечение. Поставил правильный диагноз и выписал правильную схему лечения. Но для этого он должен сначала иметь время посмотреть вам в глаза, обследовать вас, ознакомиться с результатами ваших исследований. И только тогда он сможет поставить вам правильный диагноз, обсудить с вами. Может быть, у вас аллергии есть, может быть, у вас есть какие-то противопоказания. Ну вот и на это у врача должно быть время. И, естественно, все наши пациенты хотят, чтобы именно врач проводил это так называемый первичный прием пациента. А если говорить о медсестрах, то их труд тоже очень дорогой и очень важный для системы здравоохранения. И, конечно, они должны заниматься свойственными им функциями. Например, ничего страшного, если пациент, ожидая врача, его смогут расспросить медсестра о том, первичный осмотр провести, например, измерить давление, измерить пульс, и тогда врачу уже эти рутинные процедуры не надо делать. Или, например, навестить пациента на дому. Или у нас есть вот так называемые фельдшеры, это хорошо обученные медсестры,
которые учатся на год дольше, чем медицинские сестры, и они вообще ведут такой первичный фельдшерский прием в сельской местности. Это все правильно. Но в теории. Потому что система здравоохранения на то и система, что у нас все надо решать комплексно. Вот давайте мы посмотрим, сколько у нас в стране трудится медицинских сестер. 1 200 000. Врачей у нас 550 тысяч. И вы совершенно правильно сказали, что в прошлом году, это данные самого Минздрава, у нас количество и врачей, и медсестер сократилось. А если мы посмотрим за последние 10 лет, то их число не прибавляется, а уменьшается. А если мы посмотрим и зададим себе вопрос, а сколько должно быть в нашей стране врачей, медицинских сестер, то вот даже по данным того же Министерства здравоохранения, у нас врачей не хватает где-то 20-25 тысяч человек. А медсестер, вот тут я искала данные, да, а сколько должно быть медсестер, исходя из потока больных, которым надо оказать медицинскую помощь. И вот у нас в 2016 году один из вице-премьеров тогдашних по социальным вопросам говорил, что нам не хватает 200 тысяч медсестер. А в 2019 году 250 тысяч медсестер. А что означает, что не хватает этих людей? Да. Больных же, они же всех должны обслужить. Значит, они перерабатывают. У нас и врачи, и медсестры работают с высоким коэффициентом совместительства, который по опросам превышает, чем в 1,5 раза. А и врач, и медсестра должны работать. Я не устаю это повторять. Должны работать минимум на одну ставку. Это все, максимум, то есть на одну ставку. Потому что утомленный врач, утомленная медсестра делает ошибки. Приведу пример. Да. Вот, например, в тех же Соединенных Штатах Америки приняли такой закон, что в некоторых штатах приняли такой закон, что на 4 койки, то есть на одну медсестру, на одну должность медицинской сестры максимум в смену может приходиться 4 койки. Почему? Потому что каждая дополнительная койка, если медсестра обслуживает, например, 5 или 6 коек, если в стационаре, то растут по экспоненте, то есть в геометрической прогрессии растут осложнения, инфекционные осложнения у пациентов. Поэтому все, что связано с работой врача и медсестры, это очень серьезное такое внимание мы этому должны уделять. И от этого зависит жизнь, качество, и не только доступность, но и качество оказания медицинской помощи. Значит, жизнь и здоровье больных. Вот про доступность и качество наши корреспонденты спросили людей на улицах, довольны ли они им. Вот что ответили. Давайте посмотрим и обсудим. Вроде как хотели все улучшить, вот сделали это электронные записи и все прочее. Очень часто это не работает. В поликлинике получается, что нужно то дозваниваться в регистратуру, записаться. Это очень сложно, это практически невозможно. К специалистам попасть вообще нереально. Все врачи осматривают для галочек. Проходит диспансеризация. Быстро все, быстро-быстро. И тут же ответ говорят, а что вы хотели? У вас возраст? Все хорошо. В регистратуре не всегда бывает достаточно работников. По утрам скапливается очередь для записи к врачу. Профессионалов побольше. Объясняю, что у меня было буквально за полчаса до того, как у меня пульс большой, очень мне плохо. Приехал к ним, все, у вас все хорошо. А и не предлагают ни обследование сделать, ни... ну ничего нет. У меня мама вот здесь, в Екатеринбурге, живет. Это было осенью. Она вызывала врача с высокой температурой, 39. Врач не приехал. Участковых сейчас как таковых вот у нас, во всяком случае, нет, что вот один закрепленный человек и все. Это в основном идут, ну, как бы люди назначаемые, видимо. Вот на эту неделю этот принимает, эту неделю этот принимает. Это плохо, ну, потому что привыкаешь к человеку, или он как минимум знает все твои чаяния. По здоровью, да, знает какие-то назначения. Какие-то анализы они не принимают, только можно пойти в частную клинику. Какие-то УЗИ, осмотры, то есть дополнительно как оборудование, все идет на платной основе. Осмотра порой и не бывает. Бывает заполнение, и все. Я понимаю, что у них очень регламентировано время, им нужно за это время много сделать. И спросить меня, и зафиксировать мои ответы. Труд врачей очень тяжелый. Нужно им больше платить, на мой взгляд. Ну, вот такие мнения, что довольных мало, к сожалению. Но они почему недовольны? То, о чем я сказала. У нас с вами дефицит врачей и дефицит средних медицинских работников. И прежде чем говорить о том, что мы хотим на наших медсестер повесить дополнительную нагрузку, мы сначала должны ликвидировать и дефицит врачей, это не снимает этого вопроса, а для этого нужны дополнительные деньги. Поэтому вот со всей ответственностью отвечают СНИУИЗу.
что денег сэкономить на этом нельзя, на здравоохранение, что придется дать деньги, что пришли дополнительные медсестры в отрасль, чтобы увеличить им оплату труда. И точно так же для врачей. Давайте посмотрим, какая у них оплата труда. Вот, давайте посмотрим. Готовы за это идти, за такие деньги, которые вот сейчас озвучили? У нас есть статистика, вот мне интересно, совпадет ли она с вашей. Давайте сначала вы. Значит, у нас, по данным Росстата, средняя оплата труда медицинских работников, врачей, составляет 90 тысяч. Это с учетом всех переработок, с учетом всех дополнительных выплат. А у медсестры примерно половина этого, 46-45 тысяч. Но что скрывается за этими цифрами? В Москве и в Санкт-Петербурге у нас очень высокая, где основная масса работает медицинских работников, очень высокая оплата труда. А если мы возьмем оклад, то есть гарантированную часть оплаты труда, то у половины, в большей половине субъектов Российской Федерации у врачей оклад меньше, чем 22 тысячи рублей, а у медсестер меньше, чем 12 тысяч рублей. Вот как вы хотите на гарантированную ставку, то, что мы с вами говорили? Немного. Знаете, почти совпало. Вот у нас есть росстатовские данные за 2022 год. Мы их сейчас показали нашим зрителям. В среднем по России 102 тысячи у врача. А у медсестры в среднем по России 49. Но это с переработками. Это на полторы ставки. Вот ты работаешь, крутишься, чтобы на жизнь заработать. И вот получаешь такую оплату труда. А я говорю про оклад 22 тысячи у врачей. Нет, понятно. В половине регионов Российской Федерации. Про оклад мы уже поняли, да, что, с чего так это складывается. Снизу. Интересно вот еще что. По регионам больше всех оказывается, вот по Росстату, врачи получают на Чукотке 250 тысяч рублей. Ну, на Чукотке там коэффициенты северные, и в советское время так же было. Кто ж туда поедет жить? Там два месяца всего, солнце, ну, теплая погода. За 250 тысяч можно и поехать. А цены, вы знаете, какие на Чукотке? Понятно, но 250 тысяч. Дороже, чем в Москве все. Естественно, но фруктов нет, овощей нет. Ну, 250 тысяч, ну, вы знаете... Это большие деньги. Но тут другое дело, что очевидно, что такие высокие зарплаты только в нескольких регионах, в большинстве, конечно, поменьше. Но, вот смотрите, даже конец списка, что называется, Ингушетия, 51 тысяча. Это у кого? У врача. На полторы ставки. Значит, оклад сколько? Понятно. 20 тысяч рублей. Но смотрите, понятно. А он должен работать на одну ставку, на гарантированное, 20 тысяч рублей. В общем, Виталий, вы что хотите сказать? Что врачи более-менее нормальную зарплату? Я с вами не согласна. Потому что об этом говорят ваши телезрители. Их не хватает. А почему их не хватает? Нагрузка огромная, оплата труда маленькая. Они выгорают. А мы хотим, чтобы люди улучшало здоровье у людей? Хотим. Значит, что надо сделать? Чтобы пришли дополнительные кадры, врачи в отрасль, медсестры. А для того, чтобы они пришли, что надо сделать? Ликвидировать дефицит и повысить оплату труда. Сколько? Я вот к чему. Сколько, значит, они должны это получать тогда? Ну, вы знаете, вот здесь очень хороший вопрос. На самом деле, я всегда сравниваю нашу специальность, и врачебную, и специальность медсестры. Мы отвечаем за безопасность нашего отечества только в тылу, так же, как и военные. Да. Вот сколько сегодня, 4 года проучившись, получает выпускник, лейтенант военного училища? У него оклад сразу 4 МРОТ. Это примерно 50 тысяч рублей. Да. Ну, а дальше там всякие надбавочки. Да. И вот наш выпускник, отучившись 6 лет минимум, который идет работать в первичное звено, хотя это тоже неправильно, он должен еще минимум год проработать в интернатуре, но это предмет отдельного обсуждения, который должен получать 50 тысяч. Оклад. Точка. Это у врача. У медсестры оклад 2 МРОТ должен быть. Ну, если мы поделим 50 тысяч на МРОТ, это будет примерно 4 МРОТ. Да. У медсестры 2 МРОТ. У профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и колледжей, который, кстати, отвечает за качество тех медсестер и врачей, которые выходят из-за стен институтов и медицинских колледжей, где учатся медсестры, должна быть оплата труда, если это высшее учебное заведение, 4-8 МРОТ, это как в советское время, чтобы они оттуда не сбегали. У нас же сегодня найти хорошего преподавателя целая проблема, особенно в регионах, потому что никто не хочет за нищенские оплаты труда работать. А второе, в колледжах, где уж просто вообще там работать с колледжами очень серьезно надо, с профессорско-преподавательским составом, чтобы туда пришли молодые кадры, чтобы они были повышенной квалификацией. Вот там должно быть примерно 6 МРОТ. 4-6 МРОТ – это оклад, подчеркну, гарантированная, без компенсационных и стимулирующих выплат, гарантированная часть оплаты труда. В общем, получается, что надо просто зарплаты поднять радикально, и все наладится. Да, и поэтому инициатива ЦНЮИЗа не в нашей системе сегодня не пройдет. Хотя теоретически это правильно. Кстати, для того, чтобы даже, допустим, мы найдем деньги, чтобы ликвидировать дефицит, поднять оплату труда медицинских работников, но для того, чтобы часть функций передать с врачебных, например, часть функций передать медсестрам, нужно подозревать
подготовить для этого новые программы, профессорско-преподавательский состав. Это система. Тут нельзя сказать, а вот давайте сделаем оптимизацию. Койк у вас тут много. Уже сделали и получили кучу смертей. Вот так же и ЦНИУИЗу. Ну, прям даже стыдно за них, что они с такими заявками выступают. Подчеркну, это не Минздрав. Давайте теперь послушаем наших зрителей. Сначала Мария из Московской области. Она была первой. Мария, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Вы в эфире. Вы знаете, вот я закончила медицинское училище в Орехово-Зуеве в 1971 году. Я по образованию фельдшер. И меня направили в Шексну. Я там отработала 3 года. Нигде не было врачей. Врачей были одни фельдшера на скорой помощи. Я на зоне работала строгого режима. Фельдшер. Затем я через 3 года вернулась на родину, в Ногинск, и на скорой работала. Но фельдшер, не медсестра. Нас готовили совершенно по-разному с медсестрами. У нас даже учебники были другие. И вы хотите на медсестер повесить половину работы. Мы не хотим. Мы не хотим. Я работала на скорой. Я работала у себя в деревне, 1300 населения. Я на фельдшерском пункте заведующей работала. Вы знаете, я торговала лекарством, я открыла физиокабинет, я вела прием, процедурный кабинет, и к нам ходили стоматолог, гинеколог, терапевт раз в неделю и педиатр. А сейчас у нас новый фельдшерский пункт с медсестрой. И на прием никуда не запишешься. Ни к онкологу не запишешься. Сделали вот эту 122. Сестра живет в Москве, муж болеет. Сестра у меня в деревне болеет. Так что медсестра не потянет никакую программу за врача. А вот фельдшера, вот эти бы потянули. Но понятно, ваша мысль. Спасибо Мария большое. Мария буквально сняла у меня с языка. Абсолютно правильно человек говорит. Абсолютно правильно. А то, что я как раз начала говорить о том, что если говорить, что какие-то дополнительные функции мы передадим медсестрам, то их надо специально для этого готовить. А у нас сроки обучения медсестер совсем недавно сократили. То есть мы должны будем их минимум 3-4 года, как за рубежом, готовить. А для этого опять и преподаватели нужны, и соответствующие программы, и учебники. Мария абсолютно правильно говорит. Вы загляните и спросите, а сколько у нас сегодня тратится на учебники для медицинских колледжах, в расчете на одного студента медицинского колледжа? Меньше, чем на школьника. А мы медсестру готовим, а мы фельдшера готовим, который отвечает за жизнь людей. А в вузах тоже меньше, чем за школьника. Вот чем надо заниматься. Давайте послушаем Татьяну из Орла. Этим тоже надо обязательно заниматься. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, слушаем вас. Я хочу сказать, что вот, чтобы записаться, это проблема к любому к врачу. Так. Это город Орел, поликлиника номер 3. К терапевту попасть, ну вообще к любым врачам. Но я хочу сказать, вот у нас один терапевт, к нему очередь огромная стоит. А другие кабинеты терапевтов, которые работают, 3 человека, 2 человека, все. Больше нет никого. А зарплата, наверное, у них одинаковая у этих докторов. А нагрузка-то разная. А почему так получилось? А вот вы скажите, почему? Идешь к заведующей, а заведующая – это не ваше дело. Диспансеризацию проходишь, ходишь – гипертоник, давление не померяют, вес тоже, это уже ни о чем не говорит. Ничего, для чего это? Звонять, проходите, и то есть у нас заболело, обратитесь к врачу. Поэтому лучше никуда ничего, наверное, не обращаться, потому что лечатся уже люди сами, с чем могут, или так же остаются. Понятно. Это невозможно. Спасибо большое. Ну, очень правильно человек говорит. Орловская область очень с точки зрения обеспеченности врачами, с точки зрения обеспеченности медсестрами, одна из худших в стране. И, естественно, там очереди, и люди отчаялись уже. Но это опять к вопросу о том, что не так решается вопрос ликвидации дефицита врачей. Для того, чтобы были врачи, для того, чтобы были медсестры, нужно, чтобы ликвидировать их дефицит. А чтобы ликвидировать их дефицит, надо поднять оплату труда. А дальше смотри пункт 1.
Для этого необходимо дополнительное государственное финансирование здравоохранения. Но вот даже удивительно, почему научно-исследовательский институт... Кстати, у меня к нему претензия. Вот врачи у нас сидят, и почему они заполняют такое количество форм? У нас огромное количество учетно-отчетных форм, которые требуется заполнить и врачу, и статистам медицинской организации, статистикам медицинской организации. Потому что у нас все вот это, то, чем уж точно должен заниматься НИУИС, привести в порядок отчетно-учетные формы, чтобы их было мало, чтобы они были комплементарные, чтобы не дублировались, чтобы врач, кстати, разработчикам IT-продуктов, в том числе подумать о том, чтобы интерфейс электронной медицинской карты, в которой сегодня врачи и медсестры вынуждены заполнять данные, был удобным, чтобы он не отнимал время у врача. Наоборот, тут много чего надо, на том и система. Система, отвечающая за безопасность жителей нашей страны, да, в тылу. Но это в любом случае завтра не будет, даже если вот все сделать. Это такое, то, о чем вы говорите. Должно быть. Это многолетний процесс. Ну как многолетний процесс? Да, он многолетний, но ведь, как в свое время говорили, надо же когда-то начинать. Ну, хочется, чтобы вот сегодня уже все было. Ну, знаете, наша работа тоже, мы же ведь вот и у вас всегда обсуждаем на телевидении, и телезрители нам помогают, подтверждают, что наши выводы правильные. Но вот, например, есть Совет по правам человека, и он обратился к президенту в конце прошлого года, в декабре прошлого года. И президент страны принял решение о необходимости повышения оплаты труда медицинским работникам самых дефицитных специальностей в сельской местности, в первичном звене и на скорой медицинской помощи. И вы знаете, кто-то мне недавно, по-моему, из того же Минздрава говорил, что получился теперь отток кадров от частных медицинских организаций в государственные медицинские организации, в первичное звено, в поликлиники. И это хорошо, и это уже результат. Но только дальше надо двигаться. Да, интересно, потому что как раз вот из Якутии нам пишут, что в платных клиниках все в порядке, врачи есть и медсестры, и все успевают. Пока у населения деньги есть, в Якутии-то, может, и есть. А вот надо же думать не о том, чтобы... Ведь в частных клиниках врачи все успевают. Почему? Потому что у них полчаса на одного больного. Угу. Потому что у них там люди платят из своего кармана. А мы же с вами про бесплатную медицину говорим. Мы же говорим про обычных российских людей, а не тех, у кого в кармане деньги есть. Это вы абсолютно справедливо говорите о том, что надо зарплаты повышать врачам. Я ждал этого сообщения. Вот нам из Пензенской области пишут. Почему вы переживаете только за врачей? Рабочие работают в худших условиях, зарплаты меньше. Всем плохо, кроме тех, кому неплохо. То есть получается, понятно, что надо поднимать зарплаты врачам. Но тогда все остальные Виталий, обидятся. Почему мы только врачам поднимаем зарплаты? А вот на ваш зарплаты? Взгляд, какие две самые важные специальности, ну, профессии в нашей стране? Не специальности, а профессии. Кроме телеведущего. Я считаю их две. Первое – это военные, это ребята, защитники Отечества, которые защищают нас на внешних границах. И мы, медицинские работники, которые защищаем жизни и здоровье людей на внутренних границах. И учителя еще. Учителя, да, но их результаты труда скажутся там через 7-8 лет. А наши результаты труда сегодня, сию секунду. Смотрите, вон люди что говорят. Понятно, это хороший ответ на все вопросы. Наталья из Санкт-Петербурга нам звонит. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Хочу вам сказать большое спасибо, что подняли такой вопрос. Гузель, мне к вам обращение такое. Вы такие подняли тоненькие вопросы про учебники, про время обучения. А скажите, пожалуйста, а кто, куда это обратиться? Может быть, мы всем миром поможем, будем обращаться? Ведь это действительно получается, слушайте, но зачем нам брать все с Запада, когда у нас была своя хорошая база, с фельдшерами были совсем? Вот кому обращаться? Может быть, надо всем миром обратиться? Помогите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Интересный вопрос, спасибо. Отлично. Вы знаете, я думаю, надо писать письма в Совет по правам человека. Вот это его возглавляет Валерий Александрович Фадеев, и это его заслуга и тех членов этого совета, да, ну, я им, конечно, помогала, со статистикой, с аналитикой, вот. И мы же добились этого результата. Давайте попробуем в этом году, чтобы, ну, мы после первого шага, который был сделан в конце прошлого года, сделали еще несколько шагов. И будем делать это вместе. И я всегда говорю, вы знаете, что мотивирует вот нас пытаться исправить ситуацию? Наши пациенты и врачи, которые и врачи, и медицинские работники, и работники скорой медицинской помощи, даже, как мы их называем, водители скорой медицинской помощи, рядовые работники здравоохранения. Кстати, ведь что с медсестрами-то произошло? Вот опять же, обращаясь к вопросу оптимизации. Ведь на медсестер повесили нагрузку, особенно в больницах, которые обычно выполняет младший медицинский персонал. А младший медицинский персонал сократили, чтобы выполнить указы президента 2012 года. А дополнительных денег, на которые Минфин не дал.
А в результате получилось, что пришлось сократить нянечек. И они вообще нищенскую зарплату. Часть из них вообще ушло из больниц. И в результате на медсестер легла еще нагрузка. Не только, какой там проврачебный говорит, еще младшего медицинского персонала. И больного перевернуть, и помочь ему. Вы зайдите, вон, поспрашивайте, что в обычных больницах делается. Не московских. В Москве все-таки там денег побольше, поэтому другая ситуация. Но часто жалуются на то, что вот распределяют эти самые зарплаты главврачи. И они могут тем, кто им больше нравится, платить больше. А тем, кто меньше нравится, платить меньше. А по статистике все будет ровно. Ну, во-первых, конечно, очень плохо. Раньше у нас в советское время была тарифная сетка. К ней надо вернуться. Там было все четко прописано. Какие специальности, какие должности, сколько чего должен получать. Базовый оклад, вот та часть, про которую я говорила, гарантированная, должен составлять минимум 70%. А остальное, это всякие компенсационного характера выплаты, за переработки, за качество работы. Чтобы, понимаете, а у нас сегодня базовый оклад меньше, чем половина в оплате труда медицинских работников. И, естественно, рождается волюнтаризм, какие-то там коллективные договора действуют. Я считаю, что нам надо вернуться к тарифной сетке. Ничего лучше, чем тарифная сетка, придуманная в советское время, нельзя придумать. Вот нам из Ульяновской области пишут, важнейшая профессия – крестьянин. Так что тут тоже... Да, и с этим согласна. Потому что если все будет, если будет нечего есть, то некого будет лечить. Согласна. Но если крестьянин себя плохо почувствует или рабочий, то куда он побежит, чтобы продолжать свою работу? К врачу, к медсестре, к фельдшеру. Дай бог, чтобы они были. Несомненно. Вот про санитарок пишут и про распределение, что вот это тоже могло бы быть решением, да, проблемы того, распределение, что... Распределение, да? Значит, давайте так. Давай. Зарплату опять придумали что-то такое. Вот просто давайте зарплату повышать не будем врачам, ликвидировать дефицит не будем, но зато заставим их поехать и работать на нищенские зарплаты. Знаете, чем это закончится? Даже придумывать не надо. У нас меньше будет поступлений в вузы. А после окончания вуза просто будут уходить в другие профессии. Мы не решим проблему дефицита кадров таким образом. А те, кто едет по перераспределению, например, в северные регионы, в сельские районы, им надо платить столько, чтобы это их мотивировало поехать туда. Ну, так и делается в любой стране, например, в той же Канаде. Там северные, там очень много северных и таких низконаселенных, ну, где мало населения проживает. И вот для того, чтобы туда ехать, врачи получают огромные доплаты. Медсестры огромные, они на заработки туда с удовольствием ездят. 2-3 года отработают, возвращаются, уже могут там себе что-то приобрести. Новую машину или 2 новых машины. А у нас не заставим. Никого не будем. Телеведущих не будем заставлять, крестьян не будем, рабочих не будем, экономистов не будем. А врачей заставим непременно. Ну и чем это закончится? Хорошо, что вы так доступно объясняете, потому что эта идея на самом деле очень популярна, как выяснилось. Да, уж и среди депутатов тоже. Ну, они же система не понимает. Они, например, работали врачами, там, ну, хорошими врачами наверняка, там, урологами, там, еще хирургами. Но всю систему-то они не видят. Это другая профессия, другая специальность, понимаете? Специальность другая. Знаете, все-таки 21 век, и хотелось бы вот еще что понять. Вот современные технологии, они как-то могут помочь в этом вопросе? Ну, смотрите, получается как? Вот раньше было все на бумаге, там бумажная медкарта, бумажные там талончики и так далее. Вроде везде поставили компьютер. Казалось бы, сейчас будет проще врачам, потому что на компьютере галочку проще поставить, чем от руки исполнить. А сразу потом скажу, выяснилось, что... Стало только хуже. А почему? Потому что это не только в нашей стране. Это не только в нашей стране. Например, и за рубежом врачи бьют тревогу, что все эти электронные истории болезни, они только отнимают огромное количество времени, и особенно время от осмотра пациента. Как так? Почему? Неудобные. Надо думать о том, как сделать их удобными. И с сегодняшними технологиями, я вот заходя к вам, пока ждала, слышала про чат GPT. Так. Это такие, ну, если так по-простому сказать нашим телезрителям, это такие нейросетки серьезные, огромные. Это дома компьютеров, это кварталы компьютеров, это огромная энергетика, которая нужна для того, чтобы обучать эти модели. Но туда и огромное количество данных, на которых обучают эти нейросетки, так называемые, да, все это называется вместе искусственный интеллект, вот. И вот с помощью этих моделей у нас появился шанс, то, что мы сможем, во-первых, то, что наговорил врач,
перевести в электронный формат, и ему не надо будет глядеть в компьютер, он будет глядеть на своего пациента, на тех, кто к нему пришел на прием. Дальше ему не надо будет писать сложные истории болезни, потому что с помощью этой технологии искусственного интеллекта врачи смогут делать короткие резюме. А пациентам здесь тоже есть польза будет от этих новых технологий. Вот сегодня уже все говорят, что если правильно задать вопрос хорошо обученной модели, обученной на всех данных, которых есть в открытом доступе, то она достаточно правильно, с точностью до 90% отвечает на поставленный вопрос пациента о том, как себя вести при том ином заболевании. А если неправильно вот не задать вопрос? Вот тут встает вопрос. А можем ли мы рекомендовать пациенту пользоваться ответами из чат-GPT? И вот сегодня такой границы нет. Это пока все-таки экспериментальные модели. Очень хорошие, но экспериментальные модели. Но, например, вот эта же модель, если ей задать вопросы, которые есть в американском медицинском лицензионном экзамене, она проходит его на 65%, отвечает правильно. А это проходной балл для права заниматься врачебной деятельностью в Соединенных Штатах Америки. 65% звучит не очень воодушевляюще. Ну, хотелось бы поближе к 100%. Потому что и люди ошибаются, но вы правы. И вот регуляторы говорят, вот когда мы будем знать, что практически как человек рекомендует чат-GPT пациенту какую-то рекомендацию, как вести здоровый образ жизни, даже помощника медсестры не надо будет искать, как заниматься спортом, какое питание при таком диагнозе подобрать, что означает твоя болезнь, то, что врач обычно не успевает сказать пациенту, вот это будет большое облегчение. Вот мы так естественным образом подошли к искусственному интеллекту, мы как раз следующие полчаса будем говорить именно о нем, потому что врачи зарубежные считают, что это могут быть не только польза, но и вред. Вы бы у меня спросили, я как раз этим занимаюсь. Прекрасно, так оставайтесь тогда. Нет, надо идти. Спасибо вам огромное. Гузель Леумбекова, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук, была у нас в гостях. На минутку прервемся.